Да, они им не пришлось бы в голову вызывать полицию, да, материть там как-то, плевать в пейзаж, оскорблять там, да, человека и орать на всю улицу, там, да, материться, то есть, и проявлять разные вот такие, ну, качества, да. Вот, кстати, вот эта системная какая-то надпись, которую я даже не знаю значения, которой еще здесь где-то были. Это я вообще не знаю, что такое. Вот это, по-моему, очень жуткий символ. Я как-то о нем записывал видео, только я не опубликовал это, как и многие другие видео свои. Из разряда те, вот, кто проявляют нетерпимость, да, к рисованию пейзажей, которых вообще здесь нигде не встретишь. Это их нету просто. Вот тоже системная надпись какая-то. Вот они одинаковые, все одинаковые. То есть вот сколько я сталкивался с негативной реакцией, вот когда я что-то пытался рисовать, все одинаковые. Вот они сначала... Это, во-первых, это старше 30 лет, то есть это, ну, взрослые люди, да. По идее, они должны пример подавать, да, а они...